Мартышка-гусар. Поля – их специализация. Ведь на земле они проводят времени больше, чем другие обезьяны. Длинные ноги позволяют им преодолевать большие расстояния с большой скоростью. Будучи самыми быстрыми обезьянами, они способны разогнаться до 55 км в час. Ловкими пальцами они хватают плод, а своими острыми зубами его разламывают. Муравьи и личинки на треть удовлетворят потребность мартышки в калориях. Но мартышка успеет разломать лишь один или два плода, прежде чем дерево выпустит муравьиную армию.